Итак, приветствую тебя, мой дорогой друг. Ты на канале Детсад, меня зовут Дед. И мы продолжаем прохождение Соника Супер Ёжика. И мы на... Ну, как я предполагаю, на заводе работника. Проходим. Здесь очень много ловушек. Здесь очень много всего. Воу. Сохраняться. Опа. Очень много сохраняться. Опа. Потому что начинает постоянно сначала. Пацаны, пока. Они взорвались уже, хорошо. Хорошо, что они открываются за пределами экрана. Это нам очень на руку. Оп. И не возрождается, не респаунится. Это очень круто. Потому что если бы происходило по-другому, было бы намного хуже. Я напал. Так, ладно, едем на платформе, пока ничего не отражает. Бегаем на следующую. Это же всего лишь платформы. Мы такие прыгали сколько раз подряд. Главное следить за вот этими трубами, которые снизу. Потому что у тебя деньги, это неожиданно, не предсказуемо. Итак. Куда я падаю? Капец. Просто кошмар. Кошмар. Воу. Ничего себе килл! Он стоит лайка. Я стал прям перед ним. А что это? Не ловушка ли это? Воу! 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 А! Воу! Ага, воу! А на эту штуку можно попадаться? Шарики. Зачем? Я же друг. На него можно прыгать? Можно. Оу. Не надо так. Что вы делаете? Вы же милые свинки. Наконец-то. И это только первая зона, не, ну ничего себе. Вот это да. Опасно.
возможностей. Ого. Оу. Да, кольца нам нужны хотя бы пару штучек всегда, чтобы были. Никогда не знаешь, что будет дальше. Безумно сложный уровень. Вперед. О! Вот это да. Сохраняемся. Здесь еще опасности. Я так полагаю, здесь тоже нельзя падать. В этом уровне. Ау. Что я делаю не так? Не хочу сначала, это очень долго. Я бы мог пройти сначала, то есть это не возможно, это не нужно для меня. Но, я не хочу затягивать очень долго эти видео. Оказывается. Если бы я знал, я, может, и не пошел наверх. В принципе, это не сложно. Очко у меня? Странно. Ну ладно. Итак, последний уровень. Последний босс. Мы идем в логово Ракута. Или доктора Эйна. Ха-ха-ха-ха. Он смеется над нами. Нет! Мы провалились! Куда он нас послал? О, нет! Это опять эта зона? Я не хочу обратно в лабиринт! Что же делать? О, это какой-то черно-белый лабиринт. Стой, но почему-то белый, а вода. Фиолетовое. Это что, какой-то параллельный мир? Что это? Она не попадает. Ну, что такое? Парамис. Да, я знаю, сейчас бульбашка. Обмануть. Послал снова в мир лабиринта.
Бульбашку. Дай. Пока. Пока. Кушаем воздух. Сегодня у нас на ужин что? Сегодня воздух. Опа. А это потому, что у меня подписчиков. Будет больше подписчиков, возможно, я буду писать его. Вот такая вот шутка ютубера. Воу. Давай, пуляй. Быстрей, давай, я жду в тебя. Музыка еще эта. Нагнетающих. Ого, как это его. Как это его. Воу. Не достает? Не достает. Воу. Столько шипов. Слишком много шипов на 1 квадратный сантиметр. Воу. Кто-нибудь, пожалуйста! Нет! Воздух, вот она, бульбашка! Вот поэтому я сохранился. Представляешь, если бы мы начали с самого-самого начала? Это было бы... Мне опять бы пришлось проходить. Я бы прошел. Но... Стоп. А если я просто вернусь? А тут уже вода! Я опять чуть... А почему? Она поднялась. Понятно. Здесь она поднялась. И чё, мы должны ловить колечко, нам хватит. Дальше надо просто поспешить. Потому что там есть воздух. Да, давай, Соник, быстрее. Здесь есть воздух! Дай. Сейчас. Нужна бульбашка. Почему она не дает бульбашки? Есть! Я успел. Фу. Она наконец-то выплыла. Сейчас бы... Воу. Это очень сложный лабиринт. Это сложнее лабиринта, который был ранее. И как теперь подниматься вверх? Сюда, что ли? Ого. Да ладно, я же даже не видел. Сохранить. Хотя мне уже хорошо. Final Zone. Последняя зона. И ни одного кольца. Попутник будет всегда в дальнем, да? Так, теперь он должен быть левым или правым? Левым или правым? Есть. Теперь снова опять не залетать. Да, угадали. Опять левым или правым?
достал. Воу! Это было неожиданно. Он начинает менять свою стратегию. Еще один удар. Сохранить. На всякий. А вдруг это реально последний? Нет. Так, вот только что был в двух минутах. Теперь он опять должен поменять стратегию. Лузер! Лузер! Неудачник работник. Я его победил даже без колец. Смотрите, без единого кольца. Стоять! Стоять, работник! Я достал тебя. Соник победил. А еще мы собрали 6 колец. О, 6 камней. Что вы все время путаете? Но они куда-то растерялись. Оу. Я не стал супер-желтым Соником. Почему? Странно. Кто знает концовку этой игры? Кто смотрит? Почему я не стал супер-желтым Соником? Почему все камни хаоса опять куда-то растерялись? Удивительно. Зачем я их тогда собирал? Или они просто раскидались по миру, чтобы супер камень не достался никому? Тоже имеет право быть. Нет, это не наше прохождение, это заранее записано кем-то. Но тоже интересно. Посмотреть все, что было раньше. Насколько это было интересно и сложно. Ну, а тебе спасибо большое за просмотр. Ты был на канале Детсад. Это был Соник Супер Ёжик. И мы его прошли вместе! Yes! Это довольно-таки сложная игра была. Это очень сложная игра на Sega, когда у тебя все время перепроходить довольно надо запоминать уровни, запоминать на каком моменте ты остановился, где тебя подстерегал. Можно было и так оказаться. Видишь, в конце игры показывают некоторые секреты, которые вот. Но это было круто, мне нравится. Соник — это одна из самых интересных. И существует несколько частей. Поэтому это не конец. Это, скажем так, только первая часть. В другие я не смог поиграть. У меня их не было на ту приставку. Поэтому в следующей части, когда мы будем проходить, для меня это тоже будет в новинку. Спасибо тебе большое. Ты был на канале Детсад. Пока!